In Paraganga protects the entrance to Chaitanya Mahaprabhu's Mahasankirtan Ras in Puli, where we were last place today. Подобно тому, как Гопешвар Махадева защищает вход в Расалилу подобным же образом, для того, чтобы во Вриндаване, для того, чтобы никакой чужак туда не проник, подобным же образом Бридаши, он защищает вход куда защищает? Пулин, где мы с вами сегодня были. This area is called the Paradanga. Эта местность называется Параданга. And it's not different from Chatikara in Braja. И она не отлична от Чатикара во Браже. So we pray, just as we pray to the Gopeshwar Mahadev, you are worshipable for the four Kumaras and Narad Muni. Подобно тому, как мы молимся Гопешвар Махадеву, что ты являешься объектом поклонения Нарада Муни, четырех Кумара. And you can bless us with praying for Radha and Krishna. И ты можешь благословить нас премой Радхи и Кришны. So Vridashi can bless us with praying for Shishi Goranitai also. Бридашик может благословить нас премой Кшиши Горнитаю. His consort is Прадамая или Йогамая. Его супругу зовут Прадамая или Йогамая. So as Йогамая Devi, she organizes, manages all the leelas of Krishna in Vrindavan. So Прадамая Devi next door, the Shakti of Бридашик, manages all Gaura Leela. Подобным образом, как Йогамая, она является лилой Шакти, она устраивает все игры Господа во Вриндаване. Подобным же образом, Прадамая, она является супругой Бридашива, и она устраивает все лилы здесь, на Деве. Yes. So, Йогамая is the beach of the vikar of the Swarup Shakti. That means the seed of the transformation of all the internal energies. Йогамая является биджей викара Сварупа Шакти. Это означает, что она является семенем, источником всех различных трансформаций тех или иных игр Господа. Сначала у Кришны рождается желание. Потом Йогамая, она идентифицирует это желание. И потом она творит все материальные и все духовные вселенные для того, чтобы исполнить желание Кришны. So she is the beach of the vikar of the Swarup Shakti, the seed of the transformation of all the spiritual energies. Поэтому она является биджей викара Сваруп Шакти Господа. Это означает, что она является семенем трансформации всех различных лил Господа. So Прадамая is managing all the leelas of Mahaprabhu and Navadvipa. Прадамая устраивает, организует все лилы Господа Нимая в Навадвипе. И Прадамая являет Дхаму всем. And in the form of her shadow, she hides the Dharma from those who have a bold priti, enjoying spirit. И в облике своей тени она защищает Дхаму, святой обитель, от тех, у кого есть настроение бога врити, наслажденцев. So although Navadvipa Dharma is transcendental to the material world. Несмотря на то, что Навадвипа Дхама, она трансцендентна к материальному миру. And the heart of all his associates and all the avatars and all the devotees of all the avatars are playing in Navadvipa. By the influence of the Prarthamaya shadow, the ordinary person comes here cannot see anything. Несмотря на то, что сам Шри Чайтанья Махапрабху, несмотря на то, что все его спутники, несмотря на то, что различные аватары всех воплощений Господа, они присутствуют здесь, на Двипадхаме, но те люди, которые покрыты Прадамаей, ее тенью, они не способны этого увидеть. О, Бридашив! О, Бридашив! О, Прадамая! О, Прадамая! Please remove the curtain of illusion! Please remove the curtain! So at the time of Gaura Leela, Prabhupada and Bridashiv are on the Mayapur side. Во время Гора Лилы Бридашив и Прадамая, они со стороны Майпура находятся. When Nityananda came there, he told Jiva Goswami, oh, very soon Ganga will move and the residents of Kulingram will bring Bridashiv and Prabhupada onto this side for hundreds of years. But then, after more than 400 years, then they will move back to Mayapur side. Нитянанда Прабху сказал Дживе Госвами, когда наступит век Кали, то тогда этот Бридашив будет перевезен жителями
Кулинаграна, Кулинаграма на другую сторону реки, а после через какое-то время он вернется обратно, через 400 лет. So everyone, give your pranam and some pranami for the service of Brindisi, and we'll come in this door and go out of that one and around to have a darshan of Prabhupada. Приложите свои пранамы и пранами, и потом мы выйдем из другой двери.